Главным резидентом проекта стал Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Алексея Рубина. Первый концерт молодежного фестиваля был приурочен ко Дню защиты детей. Программа состояла из музыкальных образов героев сказок. Прозвучало одно из самых исполняемых в мире сочинений Сергея Прокофьева – симфоническая сказка «Петя и Волк». Текст прочитала заслуженная артистка России Нона Гришаева. Кошка ходила вокруг дерева и думала, стоит ли лезть так высоко. Молодежный фестиваль текущего года продолжает традицию, заложенную в прошлом концертном сезоне. Он посвящен детям и юношеству, ярким молодым артистам. Этот фестиваль – один из шансов молодым талантам заявить о себе, познакомить зрителей с будущими звездами большой сцены. 11 июня совместно с оркестром выступят участники программ образовательного центра «Сириус». В качестве солистов приглашены лауреат международного конкурса имени Чайковского Павел Милюков «Скрипка» и победитель международных конкурсов Федор Освер «Гобой». Музыканты исполнят произведения немецких композиторов разных эпох. «12 июня в Парке науки и искусства концерт ко Дню России. Прозвучат легендарные мелодии на музыку Пахмутовой, Таривердиева, Магомаева, Бабаджаяна. Любимые многими поколениями песни о родине, любви и мире. Хиты советского кинематографа. В программе увертюра к кинофильму «Укрощение огня» песня о далекой родине из фильма «17 мгновений весны». В концерте примет участие академический большой хор мастера хорового пения, солист Василий Ладюк, баритон. Свои программы на фестивале представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки, лауреаты конкурса «Созвездие», детская хореографическая студия «Урал» и одна из ведущих и старейших мировых балетных школ – Московская государственная академия хореографии, которая в этом году отмечает свое 250-летие. 18 июня в праздничном концерте примут участие студенты и выпускники прославленного училища. Программа составлена из фрагментов балетов классического наследия. В заключительный вечер молодежного фестиваля 27 июня в сопровождении Уральского молодежного симфонического оркестра под управлением главного дирижера Дмитрия Филатова выступят солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В период фестиваля с 1 по 27 июня зрители смогут посетить лекции и творческие встречи с известными деятелями искусства. Концерты фестиваля проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробная программа фестиваля на сайте parksirius.ru.